Здравствуй! Добро пожаловать на курс дистанционного обучения «Музыкальная лаборатория GarageBand». На прошлом уроке ты узнал о стиле рок и создал композицию из музыкальных петель с тембрами рок-органа и ударных. Сегодня ты запишешь для своей композиции соло на электрогитаре. Для того, чтобы создать новую дорожку, нажми «плюс» в левой нижней части экрана. Создай дорожку виртуальных инструментов. Присвой дорожке тембр электрогитары. Я подскажу, какие ноты играть, чтобы получилось здорово. Посмотри, как это может звучать. Ты можешь придумать мелодию, используя эти клавиши. Или научиться играть мелодию с помощью видео. Чтобы записать свое исполнение, тебе нужно активизировать дорожку записи и нажать на красную кнопку. Готов? Записываем.